Николай Портнов, чей аккаунт в ЖЖ носит название «Политик Портнов», собрал при голосовании за лучший пост июля почти половина от общего числа голосов. Его текст был посвящен первой встрече общественников и блогеров с руководителями региональной ГИБДД. Победитель конкурса «Лучший блогер месяца» получил в подарок планшет. Группа компании «Октопус» благодарит самого активного блогера самого горячего летнего месяца июля 2015 года за вашу активную позицию гражданскую, за ваши интересные отзывы. Мы хотим, чтобы вы были более мобильными. Подаренный клиникой гаджет молодой педагог планирует использовать, чтобы рассказывать аудитории о наиболее важных событиях Самарской области. Буду писать репортажи в режиме реального времени, в онлайне, как говорится. А также планшет пригодится мне для работы с учениками по математике и шахматам. Теперь любая задача по любой теме будет всегда со мной. Праздник для блогера устроили в клинике хирургии глаза Центр коррекции зрения «Октопус», который имеет 14 кабинетов в разных районах города. В самой же клинике проводятся лазерные операции по восстановлению зрения. Ежегодно сюда обращаются более 2000 пациентов с такими серьезными заболеваниями, как катаракта и глаукома. Немаловажно тот факт, что «Октопус» работает в системе обязательного медицинского страхования. Техническое оснащение клиники позволяет производить любые типы хирургических вмешательств на глаза с целью поднять остроту зрения, изменить, как мы говорим, цель жизни. Эксклюзивный мультимедийный проект телерадиокомпании «Терра новости блогов» продолжается. Ежедневно самые популярные посты публикуются на сайте trktera.ru и в социальных сетях, звучат в телеэфире и на волнах русского радио в Самаре. Каждые 30 дней голосованием в живом журнале определяется лучший пост, а каждые 12 месяцев – лучший блогер года.